13 мая в городской администрации состоялось плановое заседание депутатской комиссии. В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы общественного и административного значения. Первым на заседании обсуждался вопрос о внесении изменений в положение об общественном совете. Поправка даст возможность избирать новых членов общественного совета, не дожидаясь официальных выборов. Это изменение коснется случаев, когда общественный совет лишится одного из своих участников, добровольно или в силу обстоятельств, покинувших совет. Общественный совет, да, там люди работают на общественных началах, многие как бы на основных работах очень заняты. И численность влияет как бы на эффективность деятельности общественного совета. Иногда просто кворум собрать тяжело, поэтому удобнее и качественнее работать, когда общественный совет в полном составе. Также на заседании было озвучено мнение комиссии об отчете главы города о результатах своей работы и деятельности администрации за 2020 год. Положительный результат достигнут по 47 показателям, что составляет 78% от общего количества показателей. Снижение прошло по 13 показателям или 22% от общего количества показателей. Несмотря на удовлетворительную оценку работы администрации, депутатами были сформулированы и дополнительные вопросы. В основном речь шла о планах ремонтных работ по восстановлению дорожных покрытий. На заседании присутствовал председатель комитета по городскому хозяйству, к которому и обратились члены комиссии за изложением планируемых действий. Разрабатывается проект на капитальный ремонт автомобильной дороги Н3 от яхт-клуба до рынка, где будут проведены работы по замене слоев дорожной одежды и замене основных. Также будут там предусмотрены в проекте ремонтные работы по тротуару вдоль автомобильной дороги. В этом году также отремонтируют дорогу от въезда в город до поста ДПС. Большая компания по локальному ямочному ремонту затронет все улицы города. Также на заседании комиссии рассматривался вопрос о признании утратившим силу решений о предоставлении городского отчета об исполнении бюджета. Этот и другие вопросы было решено вынести на предстоящую депутатскую сессию с рекомендациями принять. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.